Не надо смотреть только на сон. Это вы успеете. Но осторожно, гладить только под инструктажем. Потискать немного, как тискать, я вам тоже покажу. Это вы тоже все успеете. Также сувенирчики посмотреть и прочее. Главное, я буду тебя его только гладить. Он тискабельно, можно, да? Да, можно. Сейчас. Его можно на руку посадить? Можно. Но лучше всего на плечо. Ему там спокойнее. Я вообще, знаете, как предлагаю вам сделать? Давайте всех фотографируем.